Говорят, что человек воспринимает еду не только на вкус, запах и вид, но и на звук. Он тоже возбуждает аппетит. Хрустящие продукты ассоциируются со свежестью и отличным вкусом. Наверное, поэтому так много людей любит жареную курочку в целом и наггетсы в частности. Предлагаю вам лучше узнать подобное блюдо. О том, как приготовить хрустящие куриные пальчики, описано в моем рецепте. Мягкое мясо, внутри, с хорошим количеством приправ на контрасте с корочкой, что может быть вкуснее. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Взбейте в миске яйцо с перцем, солью и кефиром. Филе промойте, а потом нарежьте его полосками в 1 см шириной, поперчите и посолите пальчики. Для панировки смешайте манку с мюкой и кунжутом, пальчики обмакните в кефирной смеси, а потом в панировке. Обжарьте филе до готовности без крышки в масле. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Куриное филе – 250 грамм, яйцо – 1 штука, кефир – 2 столовые ложки, манка – 1 столовая ложка, кунжут – 1 столовая ложка, растительное масло – 3 столовые ложки, мюка 1 столовая ложка, черный молотый перец 3 чайных ложки, соль 1 чайная ложка, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пока-пока!